Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступил в силу президентский указ, позволяющий россиянам временно пользоваться просроченными водительскими удостоверениями. Речь идет о документах, 10-летний срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля этого года. Как дальше будет производиться их замена, пока не ясно. Соответствующий порядок поручено разработать Министерству внутренних дел. Также указ касается паспорта гражданина Российской Федерации. Трасса 101. В России каждый пятый водитель, погибший в ДТП в прошлом году, не был пристегнут ремнем безопасности. 4 года назад, информирует госавтоинспекция, ситуация была хуже. Не пользовался ремнем практически каждый второй шофер. Что касается пассажиров, то по ним цифры в 2019-м были примерно такими же. ГИБДД напоминает, что использование ремней безопасности наполовину снижает вероятность гибели в автоаварии водителя и переднего пассажира. Пассажиров на заднем сидении на четверть. Трасса 101. Столичные власти в спешном порядке вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Дело дошло до камер фиксации нарушений ПДД. Их научили распознавать автомобили, владельцы которых не позаботились о наличии специальных электронных пропусков. То есть нарушителям в ближайшее время начнут рассылать письма счастья, каждое на 5000 рублей. Причем сколько раз гражданин без пропуска попадется на камеру, столько раз его и оштрафуют. Трасса 101. «Черри» собирается продавать в России внедорожник, который по габаритам превосходит Land Cruiser 200. Называется машина Exit VX. Известно о ней пока мало. Базовым для автомобиля может стать мотор, который уже используется на других моделях китайского бренда. Бензиновый, турбированный, объемом 1.6, мощностью почти 200 лошадей. Одним из вариантов трансмиссии может стать 7-ступенчатый робот. Трасса 101. Почти 4 миллиона рублей за 21-ю «Волгу». Именно столько желает выручить продавец ГАЗ-21П, П значит руль справа, в Великобритании. Продукция Горьковского автозавода когда-то активно поставлялась и в эту страну. Правда, на что надеется автор объявления, непонятно. Автомобиль 1963 года выпуска находится в плачевном состоянии. Ржавчина, вмятина и так далее. Да еще и пробег. Почти 130 тысяч километров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.